Изо дня в день участники президентских состязаний преодолевают новые вершины и доказывают, что именно они самые спортивные, быстрые и ловкие. Сегодня городские классы команды соревнуются в лично-командном состязании и спортивном многоборье. А именно, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения сидя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа для девушек и подтягивание для юношей. Подтягивание на перекладине, испытания на силу и выносливость. Время в этом виде состязаний не ограничено, но существуют определенные правила. Например, подбородок должен быть выше перекладины, а пауза между повторениями не должна превышать 3 секунды. Тренировались мы, в принципе, достаточно долго. Это были очень тяжелые тренировки. Мы делали все нормативы, все повторяли, готовились. Это было не просто попасть сюда, у нас это было все поэтапно. То есть сначала мы победили в городе, потом победили по области. И вот главная цель у нас была это приехать сюда и победить, постараться победить здесь. В общем, мы поэтому и тут. Привет, Сурал! Пока юноши подтягиваются на перекладине, девушки выполняют сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Здесь тоже есть правило. Голова, туловище и ноги должны составлять прямую линию, а сгибание рук выполняется до предмета высотой не более 5 сантиметров. В наклоне вперед из положения сидя участники делают 3 попытки, а на четвертой задерживаются на 2 секунды и фиксируют лучший результат. В секторе прыжка в длину у каждого по 3 попытки. Однако прыжок не засчитывается, если участник сделал заступ или вышел из сектора. Каждый день у нас были тренировки после школы, потому что мы учились в первую смену. И после школы мы каждый раз оставались где-то на час, на полтора и делали абсолютно все то, что должны будем делать на соревнованиях. Раньше вообще был не спортивной формы, я бегал очень медленно. А вот, например, вчера я пробежал, ну, неплохо. 8,9, 60 метров. Ну, в школе у меня побеги были не такие хорошие результаты, а здесь стали лучше. Результаты соревнований по спортивному многоборью в личном и командном зачетах сменовцы узнают через несколько дней.